спасибо всем, кто это делал. Ребята, еще раз, у нас здесь нет никакого соперничества. Ни Олимпиада, пожалуйста. Никто не фиксирует там, кто что сделал. И это совершенно никому не интересно. Будут Олимпиады, у вас будут экзамены, там. А здесь мы учимся. Это, кстати, намного важнее. Потому что вообще, к сожалению, в нашей сейчас стране слишком много экзамен-пиад и слишком мало времени, когда вы вот можете спокойно что-то, так сказать, порешать, подумать, почитать. Так, у меня стандартный вопрос. У меня стандартный вопрос. Параллельный перенос, совершенно верно. Вот на такой вектор. Сдвигается вся фигура, пожалуйста, нарисуйте себе в тетрадях. Если скользящая симметрия, надо выйти и показать ось. Ой, нет, это не важно. Ось такая. Вообще вы правы. Ровно посередине клетки. Перенос на две клетки вниз. Отлично, спасибо. Так, тот же самый... Опа, а вот здесь мы дошли до ситуации, когда будет два ответа. Ребята, вот здесь вот у нас фигура, здесь у нас фигура, обладающая симметрией. Объясняю ситуацию. У фигуры квадратик с двумя клетками есть собственная ось симметрии. Поэтому на самом деле существует два перемещения, которая переводит вот эту фигуру в нижнюю. Давайте я сейчас нарисую рядом просто копию фигуры, и мы с вами оба варианта посмотрим. Что я сейчас быстро должен сделать? Нарисовать фигуру размером 2 клетки на 4, это такая основа, да? Снизу пририсовать одну клетку. Здесь пририсовать вот так вот по клеточке. Все, получилась вот эта фигура. Теперь надо пройти два способа. Относительно какой точки? Относительно вот этой точки. Ух ты! Относительно вот этой точки. Правда, здорово, все. Смотрите, вот эта точка перейдет сюда, правда? Вот эта точка перейдет вот сюда. Это перейдет сюда. Это отрезочек, да? Давайте посмотрим. При этом повороте здесь 3-3. Здесь... Ой. Нет, здесь 2-3. А здесь 2-3. Вот эта вот точка А перейдет вот в эту точку H3. Давайте рисуем. Центр поворота. Действительно замечательно на 90 градусов против... Стоп, а вторую картину? А там какое движение? Уже не поворот. А какая ось? Все правильно. Посмотрите, ну, конечно, надо не забыть на сдвиг на одну клетку вниз. Посмотрите, пожалуйста. Действительно, у нас вот так вот происходит и сдвигается. Вот эта клеточка переходит сюда и сдвигается. Вот эта клетка сначала переходит сюда, потом сдвигается.